Ехали, мы наконец. Первый раз мы первый раз не опоздали. Аня Пупсов не видела год. Разве год назад у нас была первая, ну, не первая, а последняя фотосессия? Ну что, Пухля изменился? Пухлик, ты помнишь Аню? Кристиан, вы с Аней знакомы, когда вы еще у мамы в животике жили. Да, Аня первая, кто видел их, не считая УЗИСТа. Да, именно Аня я доверяла фотографировать всю беременность. Первые фотографии малышей тоже делала. Аня, на годик фотосессию, когда мы их показали, это тоже все ее рук творение. Да. Скажи привет, Аня. О, изменились? Обалдеть просто. Да? Что там, лес? В лес лучше не пойдем. Нет, да. Кто там? Киса? Ну скажи, иди сюда. Позови кису. Позови. Да, скажи. Иди ко мне, киса. Зачем? Ну не надо садиться только, пожалуйста. Ты Наташа или кому ты цветочек несешь? Вот, цветочек. Да, умница. Кис. Да, сынок, кис. Иди скорее. Кись, да, кись там. Но она, видишь, высоко сидит, сынок. Она не хочет к нам спускаться. Она отдыхает. Два цыпленка, я поняла. Будет. Да. Кись, маме спасибо, любимая. Под ноги смотри, пожалуйста. Под... Кись, да, это кись. Цыплята приехали к цыплятам. Так, вы посмотрите, сегодня с кем у нас фотосессия. Да? Где вы сегодня? С цыпами? Это, бля, олени. Сегодня уточки. Короче, фантазия у мамы границ не имеет. Локация очень прикольная. Видите, кто-то в своем доме решил просто вот такой, как бизнес сделать. Час фотосессии, 6 тысяч рублей. По-моему, неплохо. И расписано у них все. Малышами, конечно, все сложнее и сложнее фоткаться. Раньше, когда они еще не ползать, не ходить не умели, их поставили, посадили, и сколько надо, столько они сидят. Сейчас их надолго не хватает. Все, кругом столько всего интересного. Конечно, хочется бегать, прыгать, все разглядывать. Поэтому не знаю, что у нас сегодня получится, но моя Анна в этом деле профессионал, поэтому я думаю, классным фоткам все равно быть. Но мы ждем результатов.